Заходил я, значит, тут такой карточки открывать. И такой, думаю, дай-ка отдалю территорию. Отдаляю территорию, а тут бух, вся карта открыта. А, вот он, крематорий. Крематорий, он пока закрытый. 27-й левел. Давайте посмотрим, есть тут какие-нибудь зомби или что-нибудь еще. Так, 27-е зомби, да, вот они есть. Мы, в принципе, и до этого видели. Я хотел найти пулевой лагерь. Есть тут более высокого левела, чем 24-й? Фу, 25-й. Он однозначно должен быть в центре, если на то пошло. Только не говорите, что они тоже будут 25-го левела. Это будет очень-очень грустно и печально. Если выше лагеря они придумали. О, 27-й. Давайте сравним. Вот смотрите, 27-й лагерь. 13,8. А 25-й 11,4. Ну, не сказать, что много. 2к разницы. Ну ладно, хоть они есть, но блин, все равно как-то грустно. 28-й бы еще лагерь найти. А вот и 28-й лагерь. 15,3. То есть разница в лагерях, вот смотрите, кстати, как раз 12,6, 13,8, 15,3. То есть, в принципе, разница-то небольшая, грубо говоря, там разница в 3к, да. Ну, такая, скажем так, не сильно значительная, но она есть, и это не может не радовать. То есть, с лагеря как бы они появились. Их стало побольше, но насчет побольше, кстати, я не уверен. Я думаю, что они в таком же количестве. Ну, вот такие вот лагерюшки, лагеря.